Крокодил умоют. Домик нет, сниму. Слушай, а прикинь, а как ему убегать-то? А, вон лестница, я вижу. Там мертвые не такие? Нет, это живые черепашки. А вот крокодилова ферма. Не боятся. А он сытый, наверное. Да. Смелость малазийцев не знает границ. Как удивительно интересно, не правда ли? Нет, ну а как они, допустим, в Южноафриканской республике живут? Нет, так они как-то без воды, жарче. Не, ну там негритята есть. А, раз спрятался. Слушай, они как под водой сколько могут не дышать? Давай посчитаем. А вон еще один, там же три. Вода даже практически не шевелится, когда он там перебирается. Хитрые рыбки. А он в воде же хорошо плавает? Он очень хорошо плавает, хорошо там видит. И еще быстрее кушают. Ну они добычи сразу, они где-то в воде, они сразу ее чуют. Что они ее сразу? Чуют. А если встретиться большой крокодил, большая акула, кто победит? Это из разряда, а кто победит, Чапай или Петька? Если у Петьки будет мега шашка. Ну что, он выглядит? А? Он дети начал считать, как он выдержит? Начал. 70. Надо просто, кажется, спуститься туда за кепкой, допустим. Там и сразу посчитать, за сколько он. Ты вылезешь оттуда. О, кстати. Вон еще один лежит. На солнышке. А я на солнышке. Это рептилии, хладнокровные. И они греются на солнце. Если ты его камушком кинешь, можно посмотреть реакцию. Давай. Ну кто-то в него пробку от бутылки кинул. Где? Ну. Точно. Гражданин, гражданин, гражданин. Да он даже не почувствует, по-моему. Нет, он почувствует.